Всем здорово, ребят. Ну что, делайте чаек и усаживайтесь. Я не знаю, долгий у нас будет этот видос или нет. Я решил сегодня затестить сразу же три имбовых героя, имбалансных. Ну, как сказать, имбалансных, которые в паре будут друг друга усиливать и которых, наверное, скорее всего, никто не сможет слить. В общем, это три вспомогательных героя нидамагера, но они делают реально всю игру. Сёрнул, кайф. Кто любит какао, ставьте лайк. Так, первый герой у нас будет вот такой вот бард, 13-13, похрен там на 14-й. Священный суд, в снаряге он будет у нас собран с уклонениями. Здесь у меня карт нету, потом доролим ему еще больше уклонения. В такой сборке я сказал вам, покажу на максималке, вот такие его статки. 13 тысяч уклонения. Первый наш герой. Второй герой. Я возьму сейчас супер питомцев, потом я возьму еще без супер пэтов, протестирую. Так, второй у нас герой. Где ты? Второй герой у нас будет вот такой вот ворожай. Потестируем, я не знаю. Так, это не тот ворожей. Это один из двух. Есть еще один. Вот этот. Поставим ему сюда. Что у нас там огненка? Давайте СО найдем. Где-то у меня должно быть еще одно СО. Как минимум. Я вроде делал. Так, это на барде. То есть я чисто такой сделаю вариант, максимально приблизительно дефный. Что я могу сказать про эту сборку, про это трио? Это, наверное, будет самая топовая троица, которая будет тащить любые пачки. Вот у нас наушники, что где-то должно быть. Культисты уже есть. То есть первый герой у нас такой. Второй у меня ворожей. Я уже его не раз показывал. Ворожей тоже, в принципе, топовая. Это максимальная сборка. 7-7, максимальное уклонение, которое только может быть. Плюс мы сюда поставим второго питомца. Волчицу. Это пока, опять же, временно. Дальше. Третий герой. Давайте таких вместе. Оккультист. Вот так вот. Сборка такая же, сюда мы поставим, ну не знаю, поставить сюда, поставим этого, он хоть немножко уклона дает. Священный суд с уклонением, вот такие вот дела, ребят. Вот такая вот сборка героев. Три героя. Этот имеет иммунитет к молчанию, этот имеет иммунитет к молчанию, то есть им молчанки не страшны. И этот имеет иммунитет к стану, что немаловажно. Этот имеет иммунитет молчанию и там, по-моему, я не помню, как оно называется. Бог с ним, хер с ним, там какие-то эти. В общем, три героя от такой вот сборки со священными судами. 10-10 огненки, 10-10. Короче, не 14-14, потому что у меня красных камней просто пока не хватает. Что они делают? Первый герой накидывает щит, плюс дает каждую секунду отхил, плюс сам себя превращает входящий урон в отхил, то есть неуязвим, я уже его показал. Просто шок, честно говоря, с Лиганца, как он работает.
Это тоже имба на сегодня, которая дает, превращает входящий урон, имеет пониженный входящий. Плюс иммунитетов куча, тоже не убивашка. И третий герой у нас ворожай, в принципе, вы так все о нем знаете. Просто сейчас забежим в рейд, а потом пойдем дальше, попробуем поискать топов. Такс, ну блин, тут я хочу найти сейчас какого-то топа именно с воодушевлениями, чтобы было по максимуму. Космос, землеройка, стрелок. Очень, кстати, интересно. Поехали. Вот, мы выкинули троих героев. Что мы видим? К чему я вообще делал этот видос? Вам сейчас не видно, я вам просто сейчас покажу у себя. Передвину себя вот сюда. Что вы видите? Внимательно смотрите на ХП. Вот это максимум, что они просели. Бьет у нас Зефир, бьет землеройка и прочее. То же самое, у нас нету смотра, ребят. У нас смотра нет. То есть меня там и смотром бьет. Бьет стрелок, землеройка. Но это еще не все. Пойдем сейчас дальше. Зефир. И максимум, что вы видите, они проседают на 1/5. То есть здесь у нас дохренище отхила, дохренище превращения урона в отхил и дофига просто дефа. То есть здесь щиты, здесь все. Все. Такое трио, оно по сути не сольется нигде. Даже если вы накидаете кучу недомоганий, это вас не спасет. Я уже показывал, против недомоганий все снимается элементарно. Поехали дальше, ищем следующего и пойдем потом на PvP локации. То есть я решил сделать такой вот необычный тест сразу трех героев, которые просто не дамагеры. То есть они не дамажат, они просто хилят. Все. Фрейя. Вот давайте поиздеваемся над Фрейей. Смотрите, я не знаю, может вы видите урон от Фрейи. Ну, вы где-то видите, что 30-я Фрейя бьет? Просто пипец, ребят. Что можно сказать? На сегодня сложилась такая ситуация, что даже если они... Ой, мы Фрейю убили. Даже если они поменяют атаку фортов, это трио будет круче любых зефиров, круче всего. То есть они будут держать пачку до последнего. Кто первый с такой пачкой займет форт, все. Пофиг. Ворожай, Фоба. Нету того, что нам надо. Я хочу найти сейчас какой-то интересный топовый деф с водушками. То есть смотра у нас нет. Сейчас пойдем, наверное, в топ искать. Стрелок. Что-то не дает, не дает, не хочет. То есть это трио просто, ну, будет рвать всех. В прямом переносном смысле. То есть вы ну, с такими героями пачку не сольете. Я не солью, никто не сольет. Какие бы у вас прокачки не были. Атака фортов уже показала то, что оккультист... как бы делает пачку практически неубиваемой, то здесь этих три героя, то есть еще плюс новый герой, Барт, это просто жопа, одним словом. То есть на PvP локациях, я не знаю где, мне кажется, везде. Блин, что-то не попадаются нам Фрэнки в последнее время, что такое? Одни и те же пачки. Так, что у нас тут Фрейя? Блин, как бы их так всех потащить? Было бы неплохо. Вроде всех закинул. Вот. Блин, у нас Зефир не бьет. Мэри есть. Марика это там слабенькая. Вообще без прокачки.
Хочу найти просто нормальную пачку и показать уже против максималки. К сожалению, нет. Вот Зефир, Фрея, Ворожейка, Огник. Значит, бежим через Огника. Так. Смотрим. Фоба, Землеройка, Ворожей, Фрея, 30-й, Зефир, Огник. Ну, у нас Фрэнка нет просто в этой сборке. Ну, пофиг. Просто, вот, просто вы представьте, что это забытая битва, атака фортов, ну, битва гильдии, я думаю, бессмысленно ставить. То есть, у вас будут другими героями проходить, так как это не дамагеры. Что вы, опять же, видите? Героям просто насрать. Вы скажете, вот у тебя топовые прокачки. Вопрос не в том, что у меня там уклонений больше-меньше. Тут вопрос, что мы тестируем как бы сборку героев, которые просто друг друга дополняют. То есть этих три героя, они дают и отхил, они дают и дополнительное превращение урона в отхил, иммунитеты. Все, что вам еще надо? Вроде казалось бы, имбо-герои... Крутые 30-й Огник, 30-й Зефир, 30-я Фрея, Землеройка, Фоба, Ворожей, все дела, и ни хрена они сделать им не могут, просто ни хрена не могут. Ставите сюда питомца любого и пофиг. Можно и на битву гильдии использовать, можно использовать на атаке фортов. В забытой, я не знаю, сейчас мы пойдем туда посмотрим, но я думаю, там, наверное, противников нам не будет. Я надеюсь, надеюсь, может кто-то нас все-таки сольет там. Сейчас давайте еще в топе поищем. Я хочу в топе порыскать. Так, ой, изи. Хорошая раста со стрелком, с фениксом. Ну, поехали, может феникс нас сейчас обезвредит. Хоть как-то. Фрея, Зефир. Все дела. Плюс еще суперпэты сейчас. А, кстати, мы сейчас снимем суперпэтов отсюда. Может, суперпэты тут решают. Так, Фрея, давай. Мы тебя заряжаем. Бей нас. Просто пофиг. Посмотрите на этого, тут супер питомцы уже даже не дают этому отхилиться. Это просто трэш, ребят. Это просто аут какой-то. Что эта пачка делает? Еще плюс эти отражения. Это нереально круто. Ну, то есть, по сути, три героя, которые делают на сегодня всю игру. То есть, такая сборка, сейчас мы снимем быстренько питомцев. Такая сборка героев на сегодня просто показывает то, что у нас огромный дисбаланс, и еще раз доказывает то, что IGG выпускает героев, не думая о локациях, не думая о том, какие будут последствия. Ну, это уже давным-давно это все идет, но по сути вот явный вам пример. Три героя, которых, да, они в топовой прокачке, но не против других топовых героев на дамах. Это три просто дефных героя, которые... дополняют любую пачку, и их нельзя слить. То есть с ними ничего нельзя сделать. О чем это говорит? Что жесткий дикий дисбаланс в игре на сегодня. Просто бешеный именно по героям, по всему. Топ-7, да, вроде казалось бы, блин, ну топовые герои атакующие. Давайте, может, без питомцев, может, здесь сейчас будем проседать. Все-таки суперпаты дают дофига. О, начались проседания, ребятушки. Может, не все так плохо. Но опять же, эти проседания на пару секунд. Дальше все. Дальше, блин, все просто становится на свои места. Я надеюсь, мы сейчас, ну, там в забытой, я не знаю, кому мы там встретим. Прям такого мега-мега-мега вау. Ну, даже до половины не проседает. Бессмысленно. Поехали следующего, посмотрим. Отлично, куча воздушек, куча всего, поехали.
Посмотрите на эти щиты. Что еще можно хотеть? Вот скажите, что еще можно хотеть? Три героя, которые здесь у нас... Здесь у нас полный трэш. Тоже оккультист. Может, сейчас ближе подойдем. Землеройка. Тут только одного землеройки этого должно хватать с головой. Пофиг вообще, просто пофиг. Все, о чем говорить? Просто аут. Зачем какие-то прокачки, зачем еще что-то? О, да. Вот такие вот, ребятушки, дела. Вот так и живем. Без питомцев, без смотрителя, без нихрена. Только у нас стоят десятые эмблемы. Даже давайте сейчас вот ради трэша я просто сниму эмблемы. Еще пойдем на один трэш. Снимаем десятое СО. У нас остается просто десятая огненка. То есть у нас больше будет входящего дамага. Посмотрим. Может хоть это поможет. Поехали. Стартуем, ребятушки. Ничего не поменялось. А, не, все-таки, смотрите, начали проседать до половины. До половины. Сняли питомцев, сняли эмблемы. Все равно их не убивает. Может, ближе подойдем, сейчас получше будет. Ну, это просто аут, ребят. То есть, максимум, что герои... Это уже голые, раздетые герои, просто с талантом. Вот, наконец-то. Наконец-то у нас только слили оккультиста. Но у нас еще остался бард. И все равно они дальше живут. То есть топовые прокачки. Эмблема плюс огненка. Я думаю, даже девятая огненка и девятая эмблема СО. Просто показывает то, что эти герои, ну хрен ты сольешь. У меня единственное в ЗБ сейчас, наверное, не попадутся топовые противники. То есть они не смогут просто... Ну, давайте еще раз, мне просто интересно посмотреть. У нас нету смотра, если был бы смотр, это бы вообще была бы жесть. Так, поехали. Просто голыми уже нападаем. Какой уже вариант? Ну, до половины проседают. То есть бывает... А, вот видите? Недомогание срабатывает. Ворожай его снимает. Единственный вариант это там пэта, да? Плюс другое недомогание. Ну, сейчас пройдем дальше, будет... интересней. То есть даже недомогание здесь ни хрена не сделает, просто они снимают негативные эффекты, им просто насрать. То есть вы, что бы вы хотели сделать, вы ни хрена не сделаете уже им. Я уже не знаю, что делать. Вот если попадешь на атаку фортов, на такую пачку, я просто понимаю, что ты сольешься сразу же. То есть по таймингу тебя просто вынесут, и ты нифига не сделаешь. В принципе, так оно и есть. И посмотрим, что будет через 3 недели. У нас аж будут атака фортов. Посмотрим, что это будет. Но пока это печаль. Вот у нас дополнительно начал бить уже ворожей. Вот, только-только, когда уже начали бить так, слили. Ну, здесь мы сняли СО, то есть тут варианта нет. Там все-таки герои на максималках. Но 3 минуты мы выстояли. Ой, тьфу, говорю, 3, 1,5 минуты мы выстояли. Полностью раздетыми голыми героями, блин. Это просто печаль. Посмотрите. Побежали в ЗБшку таким же составом, пофиг.
Может, там кого-то встретим. Broken Place YouTube. Поехали, ребят, сейчас повеселимся. Так, мне ж надо пачку составить. Ставим бард. Три героя. Я не знаю, какая там у него пачка. Давайте сделаем вот так. А, понятно, все. Все с пачками понятно. Я думал, там сейчас будут 30-е прорывы. Хотя их тут Мишка уделает. И всех, конечно, ну, хоть частично. Печально. Вот реально печально. Сейчас понимаю, что игра просто идет. Чем дальше они делают обновы, тем дальше игра уходит в тупик. Ну, в принципе, она уже давно в тупике и в просаке. Просак полный, потому что еще сведение там прорывов и 12-х, 11-х скиллов было понятно, что игра переходит на донатный и свыше левел, и она так и дальше продвигается. Они не принимают во внимание все обращения игроков. Им пофиг. Просто пофиг. Это не те герои, которых нам надо было унизить. Не знаю, или получим, не получим. Мы сейчас... Ой, у меня, по-моему, там в ЗБшке есть. Ой, не в ЗБшке, а в лабиринте. Сейчас забежим в лабу, глянем. Топовая пачка попалась. Тут вряд ли 30-е прорывы будут. Хотя Мэри есть. О, вообще огонь. Смотрим. Вообще огонь, ребят. То, что надо. Голые раздетые герои против оккультиста. Я не видел, кто там еще был. Уже половина слилась. У нас нету смотра. Против Мэри. Блядь, что они творят? Реально, вот что они творят? Там тоже оккультизм, мы его тоже не пробьем. Но посмотрите. Вот вам явный пример этой троицы, которая не одета, которая раздеты голые просто с 10-й прокачкой. И все. Эмблема и питомец очень много решает сейчас. Против пачки с 5, я его видел, не помню, там был Огник, по-моему, еще кто-то. Ну, вот так вот. Огник у нас на отражалках ушатался сразу же. О, тут Зефир Ворожей. О, сейчас нападем на вторую. Давайте еще раз перезаход сделаю. Кидаем сюда вот так. Они будут на второй пачке. Заодно и посмотрим, кто у нас там слился. Мэри, Мишка, Огник. А, это. Но сливается очень чудесно на отражалке. Огник слился просто тупо на фух на отражалке. То есть здесь дополнительная отражалка еще ж от него. Так, смотрим. Надеюсь, хоть здесь их ушатают. Воу-воу-воу, смотрите, как выражает. Да, здесь все-таки ушатали. Отлично. Это мне нравится. Эта пачка мне нравится. Ай, блин. Успели. А, в принципе, что я переживаю. Успели. Смотрим. Одеваем на них. СОшку. Ну, дополнительное усиление на троих. Без суперпэтов. Ворожая там слили очень прилично. Сразу же причем. Может, все-таки будет хоть какой-то толк. Ну, там 5 на 3, но все равно интересно. Это мы тестируем такие варианты, знаете. В реальности, в бою, все будет намного проще. Так. Первая, вторая, поехали. Я что-то подумал, что у нас он пропадет. Единственный варик, который я вижу, это дохрена точности. Вот это единственный еще вариант поставить на супер питомцев точность, чтобы попадать. И если у вас не будет точности,
Смотрим, что у нас здесь сейчас поменяется. Так, ворожай, я смотрю, ворожай, кстати, очень сильно проседает. Смотрите, его просто сливает, его блокирует. Надо, наверное, его все-таки на задний фон. Хотя здесь космо нас блокирует. Здесь чисто, чисто космо эти не блочат. И то, посмотрите, что делается с СО поставили. Получше уже. Здесь точность реально есть на героях. И то, я смотрю, оккультисту... Оккультисту насрать на все. Есть точность, нету точности. Поставили ему просто 10 СО и посмотрите, что герой делает. Ему просто похрен. Просто попик. Оккультист и бард, кстати, их двое. Оккультист и бард, это у нас ворожая слили. Давайте попробуем. Ворожая уберем сюда. Ну, как вариант, просто подальше. Вот такая вот, ребятушки, печалька. Не знаю, печалька или не печалька, я просто вам решил показать трио, которое будет делать всю игру на PvP локациях на сегодня. Это бард, это ворожай, это оккультист. Да, они не дамагеры, но в принципе нафиг оно надо, если смотря какая у вас цель. Вот ворожай мы сзади подкинули, все равно проседает. Сейчас оккультист, плюс-минус, видите, они не успевают, ну... Без суперпэтов. У нас, по сути, блокирует Зефир. У нас блокирует Оккультист. У нас дофига дамага от Афинки, если я не ошибаюсь. Она там тоже есть. Просто пофиг. Они не убили. 5 на 3 они не слили. И где бы мы с вами не бегали, не шастали такой пачкой, пофиг. Просто пофиг. Единственное, ты же говорю, можно еще питомцев доставить от стана, либо на отхил. Либо поставить там слона от стана для уклонения еще плюс даст. Для щита поставить там либо Рудольфика тоже даст будет плюс. Не надо даже супер пэта. И эта пачка будет у вас просто тащить все, всех и вся. Как бы там ее не дамажили. То есть вы тоже можете поставить там из эфира. Вот посмотрите на дамагание и прочее. Оно не всегда срабатывает. Ну давайте, давайте, досливайте. О, наконец-то, ребята, с какого раза нас слили. Ну, нам насрать, у нас бард есть, он ресает еще, вот за что я забыл. Он еще ресает 100%. Блядь, это просто трэш. Это просто издевательство. Учитывая то количество, которое прилетает вот от этих героев, землеройка, Зефир, Оккультист, Мэри, Варжей, топовые прокачки. Просто пофиг. Просто насрать. Вот и все. Я думаю, блядь, что за прикол? У нас же все-таки рез у него есть. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. С питомцами, супер питомцами, их слить вообще будет нереально. Если будет здесь львица, если будет здесь сова и крокодил. Ну, в принципе, крокодил как так, отхил режет. То есть он больше для атакующего варианта. То есть даже волчонка поставит сюда. Все. Просто пофиг, вот реально. Вот они продержались тут 2 минуты, считайте, 3. Это без пэтов. Против топовых героев с питомцами. Там вот 35-я сова, 35-й волчонок. То есть они держатся.
Вот барда последним сливают. Просто жесть. Сколько дамага? 22 секунды осталось. Нам этого вполне хватит, чтобы вынести полностью всю базу, если поставить питомцев. Поэтому бард на сегодня и вот это вот трио, это самое неубиваемое трио, которое есть в игре. Сейчас сделаем еще один тест. Просто оденем своих суперпэтов, таких же. И просто нападем опять. Ради интереса уже просто посмотреть. Давайте стартанем. Ну, еще и смотра можно собрать, который будет дополнительно вам помогать. Вариаций очень много. Говорю, можно питомцев взять обычных, суперпеты, они дают свои как бы свойства. Но можно взять Рудольфа, слона и, допустим, там еще кого-то для отхила. Не кролика этого, зайчика. Ну, такой ушастенький, я не помню, феник, по-моему, если я не ошибаюсь. И вам этого тоже вполне хватит. Вот все, они не проседают, им просто насрать. 3 минуты, и бой закончен. То есть любая база, любой топ бард делает свое, культист делает свое, ворожей делает свое. Вам больше... О, ничего себе, просели. Просели до половины, ребята, и дальше full fat heal. То есть тут, что бы вы ни делали, единственный вариант, который есть на сегодня еще, который может их убить, это точность. Дофига точности. Вот чисто дофига точности на суперпатах. Все. Больше... Ни хрена не решит. Просто вот реально ни хрена не решит. То есть это такой бой, мы атакуем, мы в нападении. Против нас в 2 раза больше героев. Против нас там еще куча всего. Против нас, я не знаю, есть там смотр или нету. Я не видел, может и есть. И это по сути ничего не решает. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых интересных видосиков. Всем удачи, всем пока.